Сканирую. Сканирую удостоверение, Бриджес. Провожу идентификацию. Готово. Обнаружено оружие. Оно будет изъято вплоть до вашего ухода. Все чисто. Добро пожаловать, Сэм Портер Бриджес. Будешь? Ты пробилась. Меня нелегко сломать, несмотря на имя. Ты видела этого урода, да? Хиггс. Он лидер группы сепаратистов. Казалось, он как будто управлял той тварью. Потому что у него 7-й уровень, а то и выше. А ты много про него знаешь. Мы работали вместе. Можно сказать, у нас был договор. Ты вела дела с террористами? Деньги не пахнут, да? Тогда он был не такой. Так что у тебя за цель? Ты хочешь спасти мир или все испохабить, как он? Я просто... хотела бы, чтобы все было по-другому. Вот наш корабль. Не волнуйся, он на плаву. Пойдем. На борту все, кроме нас. Мы доберемся. Завтра. Я тебе говорила, Сэм. Прошлое не отпускает. Я хочу кое о чем тебя попросить. Это насчет того урода, Хиггса.
Сэм. Ты же помнишь? Уже почти пора, Сэм. Я не знала, пока ты не сказал. Не знала, что я живая. Жизнь совсем неотличима от смерти, если ты одна. Ты теплая. Я не хочу домой. Я не хочу домой. Смотри, это ловец снов. Надень его на ночь, и я отгоню кошмары. Я всегда буду с тобой. Ты забыл дорогу домой? Пойдем, я тебя провожу. Пройдем полпути, а дальше ты сам. Полегчало? Буду ждать тебя на берегу. Разыщи меня. Раньше мы здесь часто играли с тобой. Ты меня перенесла. Сам бы я не добрался. Пока есть тело, в которое можно вернуться, нельзя приходить и уходить, как захочешь. То есть ты не можешь просто вернуться на восток? Нет, пока ты не объединишь нас, Сэм. Я буду ждать тебя на берегу. Разыщи меня. И как ты можешь спать? На, вот взбодрись. Добро пожаловать в озерный узел. Что? Ничего. Пойдем. Груз из портового узла направлен в озерный. В общем, разберешься. Терминал доставки вон там. А я пока
Займусь своими делами. Чао, какао. Stumble around,
чисто. Добро пожаловать, Сэм Портер Бриджес. Извини за беспокойство. Приходится быть осторожным. Говорят, у тебя с собой кибер. Это правда? Можешь нас подключить? Защитит, я только за. И, кстати, тут не только я так думаю. Наверное, было лучше, когда сюда пришел Бриджес один. Тогда, по крайней мере, террористы и твари не осложняли нам жизнь. Ну, будь осторожен, мир уже не тот, что раньше. И спасибо. Наконец-то преодолел точку ноль, Сэм. Поздравляю. И спасибо. Но дальше будет еще сложнее. Когда мы только прибыли сюда, все было по-другому. Спокойно. Три города — Озерный, Средний и Южный узлы — поддерживали наши планы реконструкции. Все три заключили контракт с Fragile Express. Она поставляла припасы и обеспечивала связь. Но год назад все изменилось, когда сепаратисты провели серию атак. Первым исчез Средний узел. Они взорвали старые ядерные бомбы. Второй террорист уничтожил половину Южного узла с огромным количеством жертв.
У Бриджес нет ресурсов, чтобы самостоятельно подключить остальные города. Нам нужно заручиться поддержкой всех людей, даже тех, кто не хочет иметь дело с UCA, как бы сложно это ни было. Ситуация сильно изменилась с тех пор, как Бриджес-1 отправился на запад. Уничтожение среднего узла заставило нас выбрать новую стратегию. Все так, как сказала Амелия. У нас нет времени и ресурсов, чтобы создать другой узел того же масштаба. Вот почему мы заключаем сделки с выживальщиками. У нас только один выход – усиливать сеть, используя их убежище. Нужно быть особенным человеком, чтобы жить тут одному. Человеком, который пошлет нас, если мы позовем его к себе. Мы знаем. Никто не ждет, что они сразу согласятся. Пускай они не любят иметь дело с людьми, но они нормально общались с Fragile Express. А, ты хочешь прикрыться ее именем, чтобы войти к ним в доверие? Бинго! Она тоже согласилась. А взамен она получит... Это ерунда. Это шанс посчитаться с Хиггсом. Не могу ее за это упрекнуть. Он отнял у нее все и даже больше. Время лечит, но не такие раны, как у нее. Работа не будет простой и легкой, но ее нужно сделать. Отдохни пока. Поговорим позже. Это мне? Называется Кипу. Это узел по-старому. Еще с его помощью можно считать. Я добавляю узел, заводя друга. Ясно. Я буду добавлять по узлу каждую нашу встречу. Это очень важный предмет, раз ты смог принести его. Особенный. Да, я сделал его для тебя. Я буду им дорожить. Есть хочешь? Зачем ты здесь? Спроси у босса. Нет. Я про конкретно здесь. У меня посылка для курьера. Вот, это тебе понадобится в дороге. Он указывает на то, что ты работаешь на Fragile Express. Тут моя кровь и хиральные кристаллы, считая познавательный знак. Это чтобы местные выживальщики тебя не доставали. Мы были тут единственными курьерами. Это была наша территория. Из-за Хиггса все пошло к черту. Я, Экспресс, наша репутация. Да все. И ты хочешь ему отомстить? В одиночку? Но я не одна. В пещере, в портовом узле, у твоей кровати. Мы так далеки, но постоянно видимся. Казалось бы, я была обречена рано или поздно сгинуть в выплеске. Но вот она я. Вот она. Ты используешь берег? Один из них. У тебя свой, у меня свой. С его помощью я прыгаю.
Я не могу вызывать твари, как Хиггс, но могу пойти за ним. Догнать на берегу. Беда в том, что у каждого есть свой вход. Я могу проходить только через берег, который знаю, понимаю. Ты ведь слышал про мультивселенную? Что с тобой? Прыжки отнимают много сил. Высасывают кровь. Ты направляешься в краевой узел, да? Там полно террористов. Но если ты решился, тебе рано или поздно придется столкнуться с Хиггсом. Слушай, я просто курьер. Убивать монстров, террористов – это не ко мне. А если попробовать вместе? Я могла бы помочь тебе. И нам вовсе не обязательно иметь общую цель. Я перекину тебя через мой берег. В любое место, где много хиралия. Любое, подключенное к хиральной сети. И что же ты хочешь взамен? Я хочу, чтобы ты подумал. Держи. Это тебе поощрение. Понадоблюсь, звони. Будем общаться по нему. До новых встреч. Ты готов к прыжку? Так, перенести ты можешь только себя. Ну, и какие-нибудь мелочи, которые для тебя очень важны. Ладно, закрой глаза. Представь себе цель. Держи ее в голове.
Бебе. Бебе. Бебе, ты слышишь? Слышишь меня? Это папа. Контейнер сложным идентификатором, он же груз-обманка. Может пригодиться, чтобы обдурить любителей тырить чужие доставки. Спасибо за ваш вклад. Сканирую. Счастливого пути. Разрешено.
Сэм, наши тропы становятся дорогами. Видишь свои следы? Это история. Будь ты шпионом, ты провалил бы задание. Но ты не шпион, поэтому гордись этими следами. Они доказывают, что ты существуешь. Продолжай в том же духе. Пусть люди знают, что ты есть. Подари им смелость, чтобы они объединились. Пока ты строишь дороги и помогаешь соотечественникам, ты укрепляешь узы между всеми нами и указываешь людям путь.
Чуть не опрокинулся. Это тебе. Сканирую удостоверение. Провожу идентификацию. Готов. Обнаружено оружие. Оно будет изъято вплоть до вашего ухода. Груз проверен. Спасибо. Обеззараживание костюма. Все чисто. Добро пожаловать, сэм Портер Бриджес.
А, пока не забыл. Это тебе. Разрешено. Сканирую. Сканирую удостоверение. Бриджес. Провожу идентификацию. Готово. Обнаружено оружие. Оно будет принято вплоть до вашего ухода. Все чисто. Добро пожаловать. Оружие разрешено.
Ну-ка, и ноги.
Разрешено. Как дела, сэр? Thank you.
Сканирую. Сканирую удостоверение. Провожу идентификацию. Готово. Обнаружено оружие. Оно будет изъято вплоть до вашего ухода. Груз проверен. Обеззараживание костюма. Все чисто. Добро пожаловать, сэм Портер Бриджес. Добыл кое-что особенное. Батар Монтроше Гран-Крю. Как вырастешь, дам тебе попробовать. Тост за Лизу. И за тебя. Сойдет.
до вашего ухода. Все чисто. Добро пожаловать, сэр Портер Бриджес. Оружие разрешено.
Thank you.
Сканирую удостоверение, Бриджес. Провожу идентификацию. Готово. Обнаружено оружие. Оно будет изъято вплоть до вашего ухода. Груз проверен. Добро пожаловать в портовый узел. Идите в распределительный центр. Если хочешь отдохнуть в личной комнате, валяй. Отлично. Доступен новый заказ. Чтобы узнать больше, загляните в терминал доставки. Доброе утро, Сэм. Сбор крови завершен. Спасибо за щедрость.
Сморила, да? Итак, Сэм, закрой глаза. Не думай ни о чем. Представь себе это место. Доставки Озерного. Сэм, напоминаю, сейчас твоя задача протянуть хиральную сеть от Озерного узла до Южного. Для этого тебе нужно превратить убежище выживальщиков в пункты. Это будет тяжело. Фрэджайл пыталась с ними договориться, но ты же знаешь, какие они. Кое-кто из них не хочет иметь дел с Юсей. Мы должны доказать им, что с нами будет лучше. Выясни, что им нужно и что мы можем им дать, а затем доставь это. Тогда они, возможно, согласятся присоединиться к нам. Ладно, за работу. Список заказов в терминале. Необычный заказ. Тщательно изучи ключевые детали. Пункт назначения убежища к югу от озерного узла. В твоем грузе готовый к подключению прибор Эво-Био. Особое устройство, применяющее принципы эволюционной теории к практическим проблемам. В соединении с хиральным принтером он может воссоздавать объекты по неполным структурным данным. Это прототип, но первые испытания прошли успешно. Клиент просто житель. Мы зовем его инженер. Он согласился провести испытания этого прибора. Будь осторожен. Прибор Эво-Био хрупкий. С ним нужно обращаться аккуратно. Иначе он точно сломается. Инженер второго поколения. Родился в убежище. С людьми он не ладит, но по слухам, по части машин... Просто гений.
Территории мулов. Двигайся быстро и тихо. Ведь если тебя увидят, если поймают, не верится, что их родители тоже были носильщиками и рисковали жизнями, чтобы сохранить страну. А теперь работу продолжают их сломленные дети, не понимая, что она раньше значила. Для них доставка — это ритуал. Неутолимое пристрастие. И они к тебе, чтобы получить свою дозу. Счастливого пути. Оружие разрешено. Когда-то первая разведгруппа оставила асфальтоукладчик, но тебе понадобится не только он.
Сканирую удостоверение, Бриджес. Удостоверение Fragile Express проверено. Обнаружено оружие. Оно будет изъято вплоть до вашего ухода. Груз проверен. Спасибо.
Доставляю груз. Спасибо. Сэм Бриджес, да? Я тебя слышал. Парень, что ходит по стране и налаживает связь между людьми. Спасибо, что принес мне это. Спасибо. Без доставок Fragile Express жизнь стала тяжелой. Дай я проверю груз. Ха! Ого! Ты был очень аккуратен. Я сообщу Бриджесам, как идут испытания. Спасибо. Что понять. Это насчет Фреджил. Наверное, ты слышал, что она помогала террористам, что ей было плевать, кто пострадает. Но знаешь, это все вранье. Она и ее люди рисковали жизнью, доставляя нам необходимое. Она настоящая героиня. Знаешь, я родился в этом убежище. Весь мир был для меня внутри этих стен. Поэтому, когда люди говорят про Америку, я вообще не понимаю, о чем они. Но если этот Кьюпид подключит меня ко всем, то это изменится. Так что да, я хочу вступить в UCA. Хочу увидеть, чего был лишен. И теперь мой личный 3D-принтер подключен к хиральной сети. Если все сработает, прибор EvoBio даст возможность создавать самые разные объекты из архива. Мы сможем восстановить Америку по частям. А я пока воспользуюсь сетью и узнаю, что происходит в городах. Буду следить за мулами и террористами. Ты словно принес мне целый мир в этой коробке. Спасибо, Сэм. Приходи еще. Ах, да. У меня есть одна штука, и я хочу, чтобы ты ее испытал. Помощник, которого я изобрел. В симуляторах все идеально, но кто-то должен испытать его в поле. И если он облегчит твою работу, тем лучше. Сэм, активные контуры прикрепляются к твоим ногам, улучшая твои физические возможности. Тут у тебя активный контур, предназначенный для усиления суставов. Пока сам по себе оказывает тебе поддержку, но ты можешь дополнительно усилить его потенциал. Давай, испытай эту штуку. Она тебе понравится. Большое спасибо. Возвращайся скорее. Отлично. Доступен новый заказ. Чтобы узнать больше, загляните в терминал доставки. Так, это один пункт выживальщиков. Осталось два.
До скорой встречи! Доставляю груз. Спасибо за ваш вклад. Разрешено.
Сканирую. Сканирую удостоверение, Бриджес. Провожу идентификацию. Готово. Обнаружено оружие. Оно будет идти. Идите в распределительный центр. Спасибо за ваш вклад. Сканирую. Счастливого пути. Thank you.
Thank you.